Отличное зрение – это реальность. Коррекция дальнозоркости, близорукости, астигматизма любой сложности. Центр лазерной микрохирургии глаза. 93-51-51. июня в Берлине солнечно, 28 градусов выше нуля. В Варшаве переменная облачность, преимущественно солнечно, 25 градусов со знаком плюс. В Вильнюсе облачно, вечером ясно и до 25 тепла. В Минске утром и вечером солнечно, днем пасмурно, но без осадков, плюс 24. В Санкт-Петербурге плюс 18, малооблачно, днем кратковременный дождь. В Москве облачно с прояснениями, небольшие дожди и до 20 тепла. В Калининграде 19 июня солнечно и, если верить обещаниям синоптиков, то дождя не предвидится. Температура воздуха днем 23 градуса со знаком плюс, ночью до 13 тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений. Самое время отправиться на побережье в Светлогорск или Зеленоградск, где до 20 тепла и солнечная погода. Температура воды в Балтийском море у берегов Калининградской области 14 градусов выше нуля. Ну а мы желаем вам хорошей рабочей недели.